произведение, которое позволяет смотреть на Менделеева не только как на человека, изучающего или великого ученого, или нового создавшего, но еще как на человека, обладающего именно широтой своего мировоззрения, позволяющего видеть мир более широко, более емко и более богато, чем его многие из нас его видят. Дмитрий Иванович, а вот как вы бы сравнили вот Устильна Олега Бабашкина, да, и Бермана? Вот. Как же из той серии, кто на свете всех милее, кто да. Мяне милее. Как там говорит. Да, или как говорит злодейкам мачеха по поводу того, или как там, какой богатырь лучше, значит, все будьте мои братьями, сказала она, совершенно справедливо была. И там Белоснежка тоже самым гном предложила, что она будет сестрою. Володя, я бы сказал, Берман, если я называю по именам, он более, как мне кажется, рационалистичен в своем творчестве. Он более, сух. Прямо более, нет, он больше, как мне кажется, старается силой логики, силой построения и монтажного, и драматургического убедить в своей мысли. В фильмах, я почему так могу сравнить два фильма, первый фильм имею в виду. Первый фильм я чуть-чуть опоздал, прошу прощения, если я с работы пришел. Значит, ведь и тот же самый Берман снимал картину о Палихе. О Палихе он снимал картину. Ну, здесь видно, как он Амстёре. Два, по сути, одинаковых, не одинаковых, а близких друг к другу по технике, я бы сказал так. Совершенно по-разному сделано это искусство, но совершенно разное по своим идеологиям и по своим художественному решению. Не сухой, а более чуть-чуть более жесткий, чуть-чуть более акцентированный, чем хотя с огромным количеством ярко выраженных, так сказать, цветовых соотношений. И даже вот мы снимали художников, вот здесь вот на экране художника, который мастерского художника, и мы снимали художников, которые там работают в Палихе. Вот этот художник очень хорошо рассказывает, очень как-то поэтически рассказывает об озере, об этом языке. А те люди, которые мы там снимали, тоже художники. Художники очень хорошие, но как-то они более скованы, более... А вы разве видели фильм? Можно смотреть. Какой? Сработали же вместе. Ты про Бермана говоришь? Да. Какой фильм? Вместе работали над фильмом. Ну, попали хлопали. Так я просто снимал этот фильм, почему я так говорю? Я просто не помню, мы не видели. Нет, я просто говорю, вы говорите о стиле. Вы говорите о стиле Бермана, и сравниваете со стилем Бабашкина. Я в том смысле, что и вот две такие картины, как по ассоциации, понимаете? По ассоциации, что Володя более, он, еще раз повторяю, логикой своих. Вот в этом фильме цитируется. Мы видели фильм, посвященный Сахарову. Да. Да, и еще мы видели Ёлка, да. И всюду вы как оператор. Проблема Ёлки была, как снимать стеклянные шары, поскольку тебя все время было видно. Значит, да, была идея Деда Мороза одеться и так как тихо-тихо.